Куда Дима пришел? Макдональдс. 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 KFC, кстати, очень, очень маленькая картошечка. Вон там же и стоит. Идет долго. Дай. Да, вместе с папой. Что ты будешь кушать? Показывает. Что ты будешь кушать? Картошку фри, да? Да. Могу с этим. Не помню, если с тобой здесь. Ко мне ближе эти салфетки. Как я тебя сяду ближе? Тут вон какие. Сделали бы длинный стол, да? А, хотя вот это, кстати, короткий, а тут длинный стол. Ой, ты все на аккуратный. Одна зимняя, одна наша, да? Это кто с моей дочкой, да? Сколько всего? И на сколько у тебя вышло, папа? 2000. Обалдеть. Дима, не трогай. Дима, это мое. Так, вот тебе картошка фри, вот тебе мороженое. Мороженое, подожди, рано. Так, подожди, сначала картошку фри поешь. Гамбургер, смотрите, большая котлета. Мягкий, нежный, сочный вообще прям. Дима ест уже курочку. Она очень острая. Очень острая, да. Но ему нравится острая, видимо, острая. Ребенку, ну, пыльница ко мне. Чесноки вальс. У тебя щека красные все. От острого, что ли? Картошка фри очень вкусная. А вот интерьер, смотрите, как советский. И окраски, видимо, не пожалели. Но зато очень вкусно. Белое с голубым прям как раз. И мороженое там. Очень вкусно. Ложись, ложись, как ты лег. Уложи на ребенка спать на обед. Вернее, сам лег. Хорошо лежит, сэр? Удобно? У меня курточки, курточка пригодилась. И папа спит, а мама ест. За все, а мама за все, а мама за все выедает. Спи, спи давай, все.